Что можно сказать о нас? Парочку слов. Мы учимся в театральном институте, называется он ГИТИС, Москва. Вот, поэтому мы наше исполнение пропитываем театром, а сами песни у нас юморные, сатирические, сатирического плана. Вот. Короче, поехали. Традиционно. Писали песни про Ленина и о том, как мы ему сочувствуем. Грустная песня. Пока я лежал и помочь ей не мог.
Мы так похожи, смотрим друг другу в глаза, мороз по коже, ой, смотрим друг другу в глаза. Мама, ты была не права, вспомни свои слова. Да, сына, ты куда пошел? Ночь на дворе. Мамочка, ну у меня репрессия. А, репрессия. Значит, доктор сказал, у тебя маниакально-депрессивный психоз. Ну не психоз, мама, совхоз. Мы совхоз. Запомнить не можешь никогда. Илья, иди, у него тут совхоз опять. Слышь, совхоз, послушай, что тебе отец скажет. А ты меня отец, мой отец Ульянов. Да ты на Красной площади и дня не продержишься. Давайте начнем. Я не разочарую.
нас одного, это факт. Так скорее же подойди и обними. Те. Неподалеку растут кусты, можем так перейти на ты. Сладостью внушения меня манит, ты манит. У меня веревка прямо в заднем кармане. Хочешь, я буду твоей Дездемоной, жертвой твоей мечты, я не разочарую. Yeah.
если буду любить, если буду любить, если брошу за тобой, но я брошу за тобой, женщина любви. Спасибо! С вами была группа «Твоя дивизия». Вообще-то мы очень любим работу передавать.